Так, пришла мне посылочка из Мылаопт. Здесь мне вот так вот упаковали коробки. Типа супер, чтобы они не помялись. Пельмени. Так, сейчас я буду открывать ту коробочку. Так. Здесь у нас лист с тем, что я заказала. Вот здесь не оказалось ингредиента, что мне надо было. Мне отминусовали его. И вот у меня на балансе теперь 8 гривен 60 копеек есть. То есть при следующем заказе я указываю в комментариях, что у меня есть переплата, и мне возвращают эти деньги. Так. Значит, на товаре есть вот такая этикетка с сроком годности и производителем. Все в порядке. Так, где сыпучие компоненты? Все пронумеровано, я знаю, откуда оно, срок годности его. Здорово. Сейчас откроем, посмотрим коробки. Так, вот мои коробочки. Знаете, Мылаопт не жалеет скотча, когда упаковывают. Вот коробочки целости и сохранности.